Але я вимушений констатувати, от зараз я скажу дуже важливу річ, що Зеленський став не смішним. По поводу слова клоун я привык. Мне 41 год. Потому что я хочу привести профессиональных людей, порядочных людей во власть. Но я прихожу на один срок. Я не думаю про свои рейтинги. Однозначно. Никакого влияния на медиаресурс. Він став не смешным. Він коли став президентом, він припинив бути смешным. Никакого влияния на информационную атмосферу в стране. Нанюхався наркоман, там, зелебоба и таке інше. От, какая разница? Оце все мені. Оперувати такими наратами. Я не собираюсь ни в коем случае влиять на правоохранительные органы. Прекратить огонь, прежде всего. Просто прекратить стрелять. Давайте достучимся до населения, которое находится на территории ДНР, ЛНР. Нормально создать инвестиционный климат для западных партнеров. Президент в моем лице не будет в аппарате президента создавать блоки людей и создавать такую администрацию, где каждый из блоков контролирует либо судебную систему, либо антикоррупционные органы и давит. Нас чомусь все намагаются загнать. Чому, скажем, поддерживать Притулу, там, умовно кажучи, не соромно. Поддерживать Порошенко, там, комусь не соромно. А, скажем, там, поддерживать Зеленского, має быть чомусь соромно. Мы предлагаем нулевую декларацию нашей программы. Я хочу себя окружить профессионалом. То политическое решение, которое сейчас было принято у нас, вы знаете, да, в Конституции Украины, что мы движемся в ЕС и в НАТО, я считаю, что оно было просто предвыборным, потому что должен быть референдум. Украинцы должны решать, куда они вступают, в тот или иной союз. Розумієте, це от якийсь нав'язаний наратив, оцей цей незрозумілий якийсь підсвідомий шеймін, він це маячня. От, і я можу сказати, що я Зеленського знаю дуже давно, з 98-го, здається, року, 24 роки я його знаю, і я вважаю, що він абсолютно нормальна людина, людина з поняттями, людина, яка зробила дуже багато добрих справ.